Ребят, всем привет! Значит, срочные новости по поводу тканей. Завтра, во вторник, ткани висеть на трепелях не будут, так как просто физически я не успел. Я когда зашел в комнату с тканями, мне пришлось потратить часа 4 для того, чтобы после всех, кто там приобретал товар, развесить, подровнять, поправить, повесить, потому что валялось везде все. Вот, и вот благодаря тому, что мне пришлось уделить время на комнату, на восстановление ее, я не успеваю теперь развесить вот эти тканюшки вам на завтра. Собственно, то, о чем я вам говорил. Одно плохое дело влечет за собой другое, а если все делали все правильно, завтра б уже висели все с ценниками на тремпелях. Поэтому вот так, ребят, записываю еще вам новое видео с тканями. Смотрим, понимаем, что этот кусок вам нужен, вот этот вам не нужен. И в четверг в 9 утра ткани будут висеть на тремпелях. Вот так, вот такая. Потом вот такая ткань, серая, драповая, и баечка, шикарная, между прочим, баечка, мягенькая такая, знаете ли, вот, целый кусок, он огромный такой, вот, собственно, как-то так. Ребят, подписываемся на наш канал, ну, желательно, конечно, жмите лайки. Жмите на колокольчик, кстати, чтобы не пропускать подобное видео. А то же завтра, если кто не посмотрел, ой-ой-ой-ой, поругаете меня, что я не успел развесить ткани. Ну, ничего страшного. Завтра всем все. Если что, сделаем скидки, короче, поделаем на старые ткани, которые еще висят. А новые будут в четверг на этой неделе. Спасибо за внимание. Всем пока.